Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать. Всем доброе утро, добрый день, добрый вечер. У нас, в общем, прекрасная погода, и мы с мамой едем в офис Oriflame, так что увидите ее заказ на этот раз. Большой, говорит, заказ на нее. А вот, на улице ветерок прохладный, а в машине, конечно, душно и жарко. Нет, ну на улице тепло, все раздето. Да, сегодня вот такой вот у меня макияж. Смотри, какой у меня макияж. Какие тени. Вот. Красота. Интеллектуальный бальзам для губ. Новые тени такие вот. Вообще удобные, классные. А у мамы новые чехлы. Я вам прям сняла, позже увидите о ее чехлах подробненько. Вот, так что мы в офис. Прям жарко, я еще окошки закрыла. Прям вообще... душно становится, а ветерок, конечно, прохладный. А настроение отличное. Вот как у вас, напишите, что у вас интересного происходит. Дети, уже учебный год, можно сказать, закончился, оценки уже выставили, но еще до 29-го они вроде как что-то там, но хотя уже оценки все, потом уже пойдут учебники сдавать. Хотя в музыкальной школе Илюха еще учится, художка еще учится, Настя еще экзамен. Да, просмотр работ прошел. Спасибо вам за ваши комментарии, которые вы пишете по поводу Настиных работ, что молодец, умница, и спасибо за поддержку огромное. Смотр прошел, оценки все положительные, 3 оценки, что-то там, 2 четверки, 1 пятерка, да? Там... больше рисунок, потом живопись, да, и композиция. Вот, рисунок, живопись и композиция. Вот 3 оценки, 2 четверки, 1 пятерка. И еще экзамен по истории искусств будет. Как-то проходить, я поняла, онлайном, через Zoom или через что, но, в общем-то, еще не было. Вроде как 1 июня, да, перенесли на 1 июня. Да? 29-го должен быть, теперь на 1 июня перенесли. Так что, в общем, держим кулачки, чтобы она написала хорошо-хорошо экзамен, и уже художественная школа будет итог, аттестат или диплом, как там будет, не знаю. Ну, покажу вам, что, как будет называться аттестат, диплом, не знаю, как эти корочки будут именно называться, но как-то будут. В общем, вот у нас такие вот дела. Сейчас подъезжаем к офису и будем уже разбирать, снимать заказ Oriflame по 7-му каталогу. Мальчики, помните, я вам по зиме показывала видео «Мамино рукоделие». И там был, кто помнит, пишите, да-да, помню, видел, смотрел или смотрела. И там был вот такой кусок ткани, пэтчворк, «Мамино новое действие». Смотрите, что мама с этого сделала. Вот такие вот чехлы. В автомобиль себе она сделала. На первое сиденье. Здесь все вот так вот одевается. Здесь дальше. В общем, вот так вот круто-круто получилось. Как вам? Классно? Что ты решила делать вот сюда? Да что-то подумала, надо тоже, наверное, сделать. Да? Ну, в общем, вот такая вот красота, представляете, получилось. Очень так стильно, красиво. И под ее цвет автомобиля очень даже подходит. И ни у кого такого нет, я думаю. Самое главное, что ни у кого нет. Handmade, правда же, handmade. Заглянем и посмотрим. Так, первое, что я вижу, это новинка. И это очищающая маска для лица из серии Optimals, которая наносится на 10 минут на сухую кожу лица и очищает кожу, и потом вы ее смываете. Новиночка. Так, следующее. Это у нас маска из серии Optimals, которая увлажняющая также. Она наносится на сухую кожу лица на 10 минут, потом смываете. С помощью вот этих вот двух масок можно делать мультимаскинг. На Т-зону, допустим, очищающую маску, на щечки увлажняющую. Так, дальше. Это у нас маска для волос. Недавняя тоже новиночка вот в таких вот пакетиках. Ну, на 2 раза ее примерно хватает. Это у нас тоже маска для волос, для окрашенных волос. Вот такая. Так, новинка.
Новинка, аромат женский. Я вам снимала, кстати, отзыв на этот аромат. Мне он очень понравился. Стойкий. Значит, где-то есть губная помада к этому аромату. Это у нас с ароматом яблока для ног. Зеленое яблоко и ментол. Охлаждающий крем для ног. Тоже новая серия. Из новой серии охлаждающий гель для душа. Но здесь уже у нас с инжиром, да, и с ананасом. Вот гель для душа. Так, все запаковано. Вот, да. Так. Новинка. Охлаждающее мыло для рук. Тоже с таким же ароматом инжира. Или это папайя? Так, пишем. Папайя, наверное, да? Угу. Неправильно, значит, и гель для душа с таким же, в общем-то. Ананас и папайя, что ли? Ну, наверное, так, да. Следующее, что я вам покажу, это у нас маска для лица. Черная пленка, которая, она жидкая, наносится как пленка, потом снимается снизу вверх. Так, кисть для... У нас растушевки, да, вот такая вот кисточка для растушевки. Так, точно такая же кисть для растушевки. Мыло по акции за 15 рублей. Заказ от 50 баллов и более можно заказать за 15 рублей мыло в поддержку. Вот компания такой проводит акцию. Так, ну вот это вот губная помада 351,66. Такого нежно-розового оттенка. Идет в подарок абсолютно бесплатно при покупке вот этого аромата. Новый карандаш для глаз. Ван Колор, вот такой вот, как каял, да, толстенький, да, получается, да, вот такой вот толстенький. Так, следующее, это у нас серия Love Nature, матирующий крем для лица, фейс-лосьон, ну, он, значит, такой легкий, легкий крем для лица. Из этой же серии Love Nature это у нас средство для умывания для жирной кожи. Да, угу. Оно. Маска для лица, для сухой кожи. Мне, кстати, очень понравилась такая масочка. А после нее, знаете, на лице такое ощущение, как будто бы ощущение остается... Как будто крем остается 10-15 минут. Я ее держу, потом смываю. В общем-то, для сухой кожи вот эта вот маска. Это у нас маска скраб 2 в 1. Но такой, для моей кожи это более такое агрессивное действие, поэтому я держу ее совсем маленько. Больше использую даже как скраб, чем как маску. И, в общем-то, на тут 2-4 минуты написано, но я на 2 минуты, не больше. И потом уже так помассирую, как скрабиком, и смываю. Из этой же серии легкий такой гель для век. Такой освежающий. Так, это у нас крем для лица, который, получается, увлажняет кожу. One Color тоналочка с персиковым оттенком, да? Угу. Тональный флюид, это у нас флюид одного оттенка идет. Love Nature, это у нас тоник. Ну, получается, в принципе, заказали всю серию. И средства для очищения, и тоник, и крем, и гель, да, и маски, и, в общем, масочки, все вот как бы вот так. Так, это серия Be Happy, это гель для душа и для бритья, потому что выдавливается, видите, такой пеной. Как пеной для бритья выдавливается, но с помощью этого продукта можно и мыться, и там, видите, и мыться, и бриться, как говорится. А можно и мужчинам, в принципе, для лица использовать, почему бы и нет. Так, следующее, это у нас губная помада 384,62, какая-то длинненькая, Lip Sensation, матирующий вельвет, да? Угу.
темный оттенок, не знаю, push move. Так, еще одна черная маска. Дальше у нас гипнотик тушь The One. Так, и серии Giordani Gold три продукта. Первое это у нас тушь для ресниц, да? Угу. Тушь для ресниц. И интересно, это все разное. Это у нас лайнер, подводка, да? Подводка для глаз Giordani Gold. А это у нас тушь для ресниц. Две туши, что ли? Да, две туши. Угу. Две туши и подводка. Так, ну и все. Все мы посмотрели. В общем, вот такой вот клевенький заказик. Под номером уже сколько? 2, 3. Второй заказ по вот этому 7-му. Я уже дома. Шла пешком, погода разогрелась. И что-то еле тут дошла уже. Заходила еще в магазин Пятерку и дотащила или как продукт. Сейчас покажу, что купила. Ну, еще после поставлю там кое-что варить. И еще мне нужно доразобрать здесь кое-что на кухне тут со вчерашней поездки. Поэтому прибраться тут. В планах немножко поприбираться, поубираться. И еще, знаете, хочется что-нибудь даже лечь и почитать. В общем, из крайности в крайность, как говорится, и поубираться, и почитать, и как-то и поесть, и в общем, да. Ну что, давайте смотреть, что пакет и сумку. Сейчас пока разберем, потом буду уже это все мыть, вытирать, убирать. Взяла огурцы. Взяла вот такую вот колбаску московская, дубки понравилось, до этого брали сметану подовинское молоко, фирма называется, да, сметана, и две пачки творога тоже подовинского. Так, здесь все. Взяла ребятишкам мороженое Кузя. Потом еще взяла Шарлиз пасту шоколадно-молочную, большой, банки тоже ребятишкам. Помидорки свежие, апельсины, для мандарины это апельсины вроде, апельсины. Свежий ряд пешехонский сыр, кабачок. И взяла, что-то захотелось, это пельмени ориентовские, уральские, в общем, две упаковки взяла. Тут не по много, а всего лишь по 800 грамм, поэтому, в общем, две взяла. Ну, что-то такое все тяжелое, еле дотащила. Вот пельмени, да банка стеклянная, до того всего вроде всего помаленьку. И, в общем-то, что-то прям было... Даже тяжко как-то тащить. Вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую. Говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.